Восточную тую на открытом грунте вырастили в лесопитомнике Казалинского района Кызылординской области. Чтобы адаптировать хвойное растение к местному климату и засоленной почве, специалистам потребовалось почти 5 лет. Сначала отобрали семена в специальной лаборатории, после выращенные саженцы высадили на экспериментальной площадке. В итоге получили новый сорт семян восточной туи, устойчивый к суровому климату региона. Теперь местные селекционеры планируют вывести новый вид деревьев, способный выжить в пустынной местности. Высота саксаула ограничена, но ему не страшны вредители, обитающие в нашей почве. А карагач дает рост, но подвержен разным заболеваниям. Мы хотим скрестить семена двух растений, чтобы получить новый сорт дерева.